Большой праздник в большом учреждении. В детском саду номер 67 появилось две новых площадки. Одна спортивная, другая для изучения правил дорожного движения. Светофоры, разметка, все по-взрослому. Теперь воспитателям будет гораздо проще объяснять малышам все тонкости правил дорожного движения. У нас это вторая площадка. Очень хорошо оборудована, очень хорошо сделанная. Во-первых, здесь существует комплекс светофорный. Детский, который как раз предназначен для того, чтобы дети зрительно знали, что этот комплекс выполняет, какие элементы нужно детям выполнять. Возможность обустроить в детском саду дополнительную спортивную площадку появилась после того, как отремонтировали второй корпус. За счет бюджета города заасфальтировали подходящий участок, а из небюджетных источников, с единодушного согласия родителей, ее усовершенствовали. Сделали специальное резиновое покрытие, чтобы дети не получали травмы. Такой площадкой может похвастаться не каждое учреждение. Здесь постоянно детки занимаются, они проводят утреннюю гимнастику. Благо, вот вы видите даже, что дождик прошел, а площадка чистая, то есть все это впиталось, и дети могут спокойно здесь находиться. Теперь на этой площадке всегда оживленно. Здесь не только делают зарядку и проводят соревнования, но и просто с удовольствием играют. Когда довольны дети, довольны и родители. Ребенок у меня стал, во-первых, спортивней. Даже вот мы дома все равно занимаемся как-то спортом, а тут вообще он и с удовольствием идет в садик. Утром просыпается, бежит бегом, мам, пошли быстрее заниматься зарядкой надо, ну, чтобы не опоздать. Не знаю, мы очень счастливы, все родители очень счастливы. Обе площадки пустовать не будут точно. Здесь гостеприимно примут дошколят из соседних детских садов, чтобы вместе изучать правила дорожного движения и заниматься спортом. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.